приветствую. И мы снова на западе Москвы. Недавно совсем там были, но теперь не в районе Кунцево, а в районе Очакова-Матвеевск. И здесь от Большой Очаковской улицы до Озерной улицы проходит совсем маленькая улица, больше похожая на переулок, названная в честь Елены Колесовой. Улица с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, и длина ее составляет около 500 метров, даже чуть поменьше. Ну, скажем так, до 1160 года это было Подмосковье, здесь находился город Очаково, до этого село было Очаково, рабочий поселок потом, но уже совсем недавно, сказать, буквально за год, в 1959 году, до присоединения к Москве, рабочий поселок Очаково получил статус города Очаково. И в этом городе Очаково, подмосковном, эта улица называлась Первомайская. Первомайская, ну вот, в 1960 году город Очаково вошел в состав Москвы, и через 6 лет после этого эта улица была переименована, потому что Первомайская улица в Москве и так есть Первомайская улица, да кроме того, тогда в 1960 году в Москву вошло много городов и сел, в которых тоже были Первомайские улицы, но чтобы не было одноименности, решили ее переименовать и назвали в честь героини Великой Отечественной войны, партизанки, школьной учительницы, ну, очевидно, здесь, которая, в принципе, жила и преподавала в школе, Елена Колесова. Жила она в 1920-1942 годах, ну, то есть погибла на фронте как раз во время Великой Отечественной войны. Ну, тут совсем маленькая, тут и все, что здесь есть, это только жилые дома, их совсем немного, они 5, 12 и 14 этажные, и построены в 1960-1970 годах, то есть все построены в советское время. Ну, в принципе, тут ничего нового нет, все тут довольно уплотнено, но такая планировочка еще старая, времен там, так сказать, подмосковного периода, поэтому, в принципе, здесь такие, достаточно такой еще провинциальный уклад чувствуется, и погулять здесь, в общем, в принципе, неплохо. Смотреть, есть старые дома, ну, на этой улице особенно нет, у нас тут пятиэтажный, а так вот в окрестностях все сохранились дома, оставшиеся от бывшего подмосковного города Очаков. Ну, кто захочет, в принципе, я сейчас вот недавно, в этом году, в 2018, открыли новую станцию метро Озерная, стало легче до сюда добираться раньше, посложнее было. А сейчас вот от метро Озерная, ну, можно доехать теперь на автобусе 226, 785, ну, и других, до остановки Озерной улицы, дом 25. Вот, эта остановка находится на Озерной улице, и дальше вот пройти до этой улицы, совсем недалеко от остановки, там, буквально чуть-чуть. Ну, по самой улице вообще сейчас не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.